apart day after day, and that's illegal, insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, how can we say forever? Настоящий бутовский верблюд. У меня верблюдов катали, они обычно мельче. Могли бы тратить свежие. Как интересно его зовут. Вообще-то он или она? Ну, как? А тут такой скрупный, как будто беременный. Он, по-моему, позирует. Да куда у него достает веревка? Она длинненькая. Ощущает свою важность. Ну, наверное, тоже жарко, он такой косматый. Слушай, как ему, ну, жарко-то, да. Как ему не холодно, что он, ну, то где он проводит зиму, на каком стуле? Ты знаешь, они довольно тепло. У нас во Владике были верблюды на площади, да, вот они там все прекрасно. Что вы хотите найти? А там эти деревянные скульптурки. Нет, они по Южно-Бутовской чуть дальше. Нет, это вот в Скобелевской есть, да? Такие страшные. Ну они не страшные, они довольно-таки интересные. Есть скульптурки динозавров, и они вот по левой стороне. Это на есть Петровский дворик. А, то есть вот там, да? Есть Петровский дворик, если вот там тоже, собственно. Ну все, значит, я просто чуть-чуть неправильно сориентировался. Ну, мы по Южно-Бутовской домике. Колодец по Южно-Бутовской. Теперь о том, почему я так стремился вам показать эти творения. Во-первых, да, уже было сказано, что у Скобелевской есть аналогичный тематический дворик, который называется Беловежская пуща. У многих районов имеется тематическое оформление. То есть мы тогда бегали в районе Нати, Ховрина. Там головы различных богатырей, различные фигурки. Здесь, соответственно, тематическое оформление занимает вот такие вот скульптуры из деревянных элементов. Причем, да, вот в магазинах детских моделей продаются аналогичные в уменьшенных копиях. Почему они интересны? То есть, я такие когда-то собирал. И действительно, вот очень приятно наблюдать, что в городе увеличенные копии такого конструктора присутствуют. Он вошел? Да, и он даже сзади даже в магазин вошел. Я хочу больше мнения. Шикарно.
знаете ли вы, когда и в связи с чем в Москве стали появляться аисты? Как, неужели никто не знает? Хорошо, маленькая подсказка. Ну, вообще-то, аналогичные аисты вот появились в конкретное время в Москве, в огромном количестве. Может быть, союзное государство России и Беларусь еще? Нет, 2008 год. Вспоминаем, чем он был посвящен? Год семилетия. Год семилетия, да. Спасибо большое. Рождение, гостя, факт, что мы верблюда позаставили. То есть плюсов много, надо было только подождать. Верблюда достали. Да, достали постоянно. Вот там еще парк продолжается, там вот большое такое сооружение, детское корабль. Ну, там, там еще это каскад прудов. Да, каскад прудов. Ну что, господа, пришел момент истины. Мы еще не говорили об истории Южного Бутова. Значит, на самом деле существует, как было замечено, три версии названия. Значит, Южное или Бутово? Бутово. То, что это владение генерала Бутова. То есть, фактически, владение чье? Бутово. Но также еще существует минералогическая гипотеза о том, что здесь добывался бут, камень, которым облицовывали хоромы всяких различных бояр. И, в принципе, к этой версии приятнее склоняться, потому что, во-первых, тут присутствует этот дольмен, который вот под знаком Пи, вот именно под знаком Пи. Я вот вначале как увидел, потом памятник числу Пи. Но потом узнал, что это дольмен. Таким образом, дольмен – это древнее сооружение, фактически на юге России дольмены имеют более характерный вид, то есть это плиты, стыкованные как дом с прорезью. То есть там фактически, наверное, древние люди жили. Но есть и религиозный аспект этого, то, что там язычники поклонялись, ну, то есть это был какой-то жертвенный алтарь. Вот, а этот дольмен, ну, как-то составлен. И тут там написано, что ему чуть ли не 2000 лет до нашей эры. Кажется так, или наши. В общем, что-то в этом духе там написано. Мы с вами все это время бродили по так называемой теплостанской возвышенности. То есть фактически здесь, Бутово, самая высокая точка Москвы. 260 метров над уровнем моря. Да и вообще, теплый стан район, несмотря на то, что называется теплым, на самом деле он в среднем достаточно холодный, так как роза ветров, поскольку место высокое. А мы сейчас находимся на улице Поляны, которая, как ни странно, названа по деревне Поляны, которая здесь находилась. Так что вот, можете теперь изучать дольмен. Южное Бутово принимало первый удар на себя, потому что здесь было довольно-таки болотистое место, где имело место быть застава. То есть тут вот, если все крепости строили на стыках рек, то это крепи. А, соответственно, менее массивные защитные сооружения обычно на близ оврагов и мелких речушек. Вот здесь вот их было очень много. Нет, их в коллектор не загоняли, не подумайте, здесь нет в этом смысла. Просто они либо обгорели, либо пересохли со временем. Сейчас мы еще должны дойти до улицы Скобелевской. Да, чтобы посмотреть вот то, что нарисовано здесь на бойлерной.
но и не только. Мы продолжим тематику скульптур с деревянной мозаикой.